В 6-м лицее произошло знаменательное событие – открытие нового кабинета физики. С самого утра учебное заведение было наполнено гостями. Учащиеся старших классов прочли стихи о великой науке физики и ее роли в нашей жизни. Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено первому зампреду областного парламента, представителю партии «Единая Россия» Ларисе Лазутиной, начальнику управления образования района Алексею Полякову, исполняющей обязанности руководителя районной администрации Татьяне Одинцовой, а также директору лицея Ирине Стрижак. И вот он, красивый, современный, просторный кабинет. Реализация такого проекта стала возможна в первую очередь благодаря Ларисе Лазутиной. Парламентария, исполняя наказы избирателей, содействовала выделению денежных средств на обустройство нового учебного помещения. Я очень благодарна губернатору, всем депутатам, потому что у нас есть закон, который позволяет за счет бюджетных средств, это наказы избирателей, по обращению наших граждан, мы можем помочь в той или иной сфере. И то, что касается, конечно, сегодня открытия вот этого кабинета, меня оно, конечно, очень порадовало. С приветственным словом ко всем собравшимся обратилась Татьяна Одинцова. Она отметила, что современным детям очень повезло. Все сделано с такой любовью, с таким отношением к ребятам. Это редко. Ребят, вам повезло, что вы в такой школе. Счастья вам, здоровья, исполнения всех желаний. Вы живете в самое интересное время. И уж если есть такие кабинеты физики, я думаю, у нас физические открытия, олимпиады. За вами. За 6-м лицеем и за вами. На обустройство нового кабинета физики в лицее номер 6 из депутатского фонда было выделено порядка 2 миллионов рублей. По словам Ларисы Лазутиной, в дальнейшем планируется сотрудничество и с другими школами Одинцовского района. В завершении праздничной программы лицеисты преподнесли почетным гостям именные медали и выразили глубокую признательность за возможность обучаться в обновленном кабинете.